Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Не ожидала, то что я так тебе подкачу, принцесса моя. Я посмотрел на предыдущую серию рубрики, которая давным-давно умерла. Защита дома. И вы только посмотрите, сколько лайков и сколько просмотров. Ядрёна кочерышка, вот что первое в голову мне пришло, когда я на это посмотрел. Переделанная, возобновленная, возрожденная, улучшенная рубрика в новой серии прямо сейчас. Господи помилуй, а вы уже видите, кто на меня нападает в этой серии? Да, да, потому что недавно вышел фильм «Веном». Я на самом деле уже успел сходить, к сожалению, один, потому что друзей у меня столько, а девушка живет в другом городе, а подписчиков я тогда не встретил, чтобы с ними сходить в кинцо, но... Если кто-то уже сходил, напиши в комментах, как тебе фильм понравился или нет. Если не сходил, ну тогда сходи. Фильм, ну, такой себе, лично как для меня. Ой, в этой серии, в этом новом сезоне рубрики «Защита дома» нас ждет много всего интересного, потому что в этом сезоне, возобновленном, возрожденном, переделанном, появилась частица выживания. Я уже так просто не смогу достать... Ну, разве что, кроме моих запасов на черный день, что Катеридзе не говорите, Катеридзе не знает то, что у меня там немножко мани припрятано. А кто его знает, может, у меня завтра трусы порвутся, мне нужно новые купить. Ты ничего не слышала, да, Катюха? Ты здорова. Катя ничего не слышала. Частицы выживания. Сейчас у меня в каждом сундуке не будет по калашу и с миллиардами патронами и также бесконечное количество ловушек. Нет, в этой серии у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 веномов и 10-й босс. Мне нужно как-то убить этих веномов, чтобы спасти в первую очередь Перчика, мою собаку, извини, дебил, Перчик, я не хотел. Ты чё сраку об асфальт чешешь? Отстань! Перчик! Плохая собака, плохая! Ну, а чё я хочу? Я сам тебе по сраке шандарахнул. Тихо, Бобик, тихо. Как вы видите, с какой стороны это будет? Вот с этой стороны есть... полосочка жизни Перчика и также полосочка жизни Катеридзе. И вот там находится еще также деревня, в которой живут дети, семьи там, жены, мужья, жители, прочее. И также на заднем дворе у меня есть мои знакомые. Это рядовой Петрович и Афанасий. Рядовой Петрович торгует зашибительским оружием, которое я буду в ближайшее будущее покупать, а Афанасий торгует, конечно же, ловушками. Все эти запасы, все эти предметы в их магазине, конечно, каждую серию будет пополняться. Они мне помогают, хоть и за бабки, потому что я их сраку спасаю каждую серию. В этой серии я должен спасти ее от веномов. Или в этой серии, или в следующей серии. Я не знаю, получится ли у меня добыть все нужные ресурсы, все нужные ингредиенты для того, чтобы защитить в первую очередь Перчика, Катеридзу, а потом уже вот эти семьи, дети и прочее. Поэтому в первую очередь ты можешь поставить лайк, кстати, если хочешь продолжение. Я надеюсь, тебе эта серия понравится, этот сезон перерожденный также, потому что мне он лично мне нравится, а самое главное, что нравится мне, то будет нравиться всем, я так думаю, потому что мне в кайф это записывать. У нас есть доля выживания, нам нужно сейчас добыть много всяких крутых предметов. Ну, меч, хавчик, купить немножечко ловушек, как видите, у меня здесь... Катюха, тихо, ты ничего не видела? Ничего не видела. У меня здесь есть 15 золотых монет, за эти 15 золотых монет я, конечно, могу купить себе... и пистолет, и патроны, и какую-то гранату, но в первую очередь все мы прекрасно должны понимать то, что я должен как-то обезопасить свою семью, своего пса, который только что меня за задницу так укусил, то, что у меня там реально вот такущий синяк. Окей, давайте я куплю всего лишь одни шипы, я куплю пистолет. Я не знаю, правда, какой. Давайте вот этот пистолет куплю. И также куплю два магазина. Какой здесь магазин нужен для вот этого пистолета? Где 15 патронов? Вот этот. Один магазин и второй магазин. Хорошо. Не зря. Я копил 15 золотых монет и прятал от Катюхи. Катюха, не переживай, как-то проживем. Хавчик 100% должен быть. Поэтому я пошел убивать свиней, я пошел убивать куриц, пошел убивать... Лучше бы ты борщ приготовила, а? Я двери закрою, чтобы веном тебе кое-что не откусили. Борщ приготовь, Катюха, пожалуйста, я пошел. И мои гучи линзы вот там, стереги, чтоб никто их не стыбзил. Подождите, я на микрофон плюнул. Все нормально, почистил.
В этой серии я не знаю, получится ли у нас все же отбить атаку Веномов. Я надеюсь, что хотя бы получится добыть какие-то нужные мне... Ядрёнок, очерыжка, сколько здесь у вас еды? А вы что там сосуетесь, а? Групповушка втроем. Понятно. Я сейчас обращаюсь ко всем, у кого включены динамики, у кого нет наушников, у кого родители рядом. Отойдите, спрячьтесь, потому что я сейчас буду говорить ужасные вещи. Я предупредил, что потом не было такого в комментах, то, что «Эдисон, возле меня мама была, ты такие ужасные матюки говоришь!» Я предупредил, даю тебе 3 секунды. Раз, два, 10. Эти веномы придут, вырвут ваши кишки, съедят ваши глаза, оторвут каждый пальчик по очереди, съедят ваш шнобель огромный, а за шнобелем язык съедят огромный, вырежут все ваши семьи. Всех ваших детей вырежут, жен ваших вырежут, овц ваших поедят, баранов поедят. Если, конечно, вы мне не дадите сейчас картошечки для того, чтобы я спас ваши задницы. Молчание, знак согласия! Жируем сегодня, пацаны и девки, жируем много еды. Спасибо большое, жители, это вам не забудется, а спалили, да, то, что сосетесь. Ладно, возвращайтесь в дом, а там даже вас не трое, а четверо. Ох, сколько еды. Но это я уже все в следующей серии заберу, поэтому не переживайте. Там еще одна деревня. Вы уловили мою мысль, да? Я планирую стать настоящим рэкетиром, который будет крышевать всех и такие... Я вас крышую! Я еще обезопасываю вашу деревню, чтобы какие-то монстры, веномы вам что-то да не откусили. А вы мне башляйте, пенсионеры, пенсию свою. Хорошая. Мне очень сильно нравится. Мне очень сильно нравится эта работа. Поэтому я буду продолжать ею заниматься. В ту сторону мы с вами, наверное, все же сейчас не будем топать. Потому что, как я уже сказал, там очень много веномов. Там зомбари пустынные. Там у нас коровки, которые также можно за кукошек и забрать. Ой, господи, я не в ту сторону. Да и тут бандиты, да что ж-то вас земля как носит, заколебали эти бандюганы. Так, нужно обижать этих веномов, нужно обижать, ребята, я не знаю, в этой серии у нас получится все же отбить их атаку или нет, но в этой серии я хотя бы планирую добыть начальные инструменты, хотя бы скрафтить какую-то кирку. У нас есть, конечно, пистолет, а в этом пистолете у нас есть 30 патронов, и также у нас есть одни шипы. Но вы сами прекрасно понимаете то, что... Не, это нам не поможет. Там 9 веномов и один босс. Поэтому в первую очередь давайте мы с вами добудем хотя бы немножечко дерева. Добудем деревянные инструменты. После этого добудем каменные инструменты. Конечно, я уже ничего не говорю о железных инструментах. Это, наверное, уже будет в следующих 2-3 сериях. Но я обещаю, еще раз тебе скажу. Если ты влепишь лайкусик, я увижу вашу поддержку. Сразу же выпущу следующую серию. Но не забывай то, что в первую очередь нужно подписаться на канал. Если ты подпишешься, ты будешь огромнейшим молодцом, и я тебе не отстрелю кое-что с этим пистолетом. Поэтому подпишись и будь гнев саркотанцы. Девиз нашего каналчика. Вы там ждите, веномы. Катюха! Сейчас бы позвонить Катюхе, но Катюха спит, потому что я записываю ролик в 2 часа ночи, а у Катюхи это уже 6 часов утра, потому что 4 часа разница с Новосибом. Перчику я бы тоже позвонил, но это собака, мать вашу! Как собака может по телефону разговаривать, я тоже сам не знаю! Хороший был бы пес, если бы умел по телефону разговаривать. Но не судьба. Ни в этой жизни, ни на этой планете. Разве что в параллельном мире каком-то. Ну, или ждем, пока собаки начнут эволюционировать и также начнут разговаривать с людьми, кто его знает. Ломаем вот это дерево. Да кто там куткудахтает? Или не куткудахтает? Кто там мыкает? Или бараниет? Что ты овца? Овца делает мэкает. Кто там мэкает? Кто? Веномы, а может мы с вами договоримся? Здесь жертва есть для... Тихо, овечка, я тебя сейчас поглажу. Веномы, здесь есть мясо для вас свежее. Давайте вы не будете трогать меня, как и Ридзу и Перчик, а вот... Ну вы же видите то, что она аутистка. Ну просто ее захавайте, она даже ничего не поймет. Овца, ты не против то, что веномы тебе захавают? Ты не против? Она против, пацаны, ловите ее, она убегает! Ну ты мэкай. Я... Господи, все, тихо! Сам себя рассмешил! Какой я смешной!
Так, верстак. Делаем верстак. Сделали. Поздравляю. Сам себя поздравляю. Делаем досочки. Опа. Делаем палочки. Опа. Делаем кирочку. Опа. Я пока что не буду делать меч каменный, потому что я сейчас сразу же спущусь в шахту. Ну, в шахту. Я просто сейчас добуду себе немножечко камня. Где венами? Вот хороший ориентир. Самый хороший ориентир с прошлого сезона. Хоть там и было всего лишь несколько серий. Я все же решил продолжить эту рубрику, ну потому что я реально такой, ядрёна мать, сколько же там много киркой по башке! Сколько же там много лайков! Наверное, кто-то дождет. Да эта рубрика на самом деле мне очень даже нравится. Да отстань ты, отстань противный. Эта рубрика и мне на самом деле очень даже нравится, поэтому почему бы ее не продолжить? Ёшкин матрешки, сколько же вас там много? Я побегу-ка в другую сторону, чтобы меня там никто не взорвал. Не надо. Слушайте, пацаны, а я случайно вашу кузницу не проверял? Если вы все же не бедно живете, значит у вас там много всяких полезных инструментов должно быть. Подождите, ща я перекушу. Вы понимаете то, что я до сих пор ни один камень не добыл, у меня уже почти кирка сломалась, а я только вам по кочерышке всем стучал. Дайте мне, пожалуйста, о, есть еда, есть у вас что-то нормальное здесь пожрать, кроме сырой картошки. Дайте мне морковку по... Иди нафиг. Так, все, дайте я в кузницу хотя бы забегу, я посмотрю, что у вас здесь есть такое. Здорово, не обращайте внимания. Ёхали, бабай, это лучшая кузница, которая только может быть на этой по... Не беспокойтесь, я вас всех спасу! Тихо. Что ж то вас так много, а? Не беспокойтесь, я, конечно, у вас тараторил немножечко медь железный, но я вас всех спасу! Я всех спас, я обезопасил вашу деревню, поэтому я надеюсь, то, что я стараторил железный меч не просто так и... Не вызывайте полицию, пацаны, пожалуйста. Все нормально. Слушайте, как мне повезло. Они, в принципе, не против то, что я у них одолжил железный меч и железные поножи. Это штанишки буду русским языком назвать. Может, кто-то не понимает. Это очень даже хорошо, потому что у меня есть и железный меч в первой же серии нового сезона. Хотя, почему нового сезона? Давайте мы будем называть это как первый сезон, потому что в прошлом сезоне, как я уже сказал, было всего лишь там 2-3 серии. Поэтому пускай будет вот так. Спасибо большое, спасибо. А что ты продаешь? Ну, ты зажрался, конечно. Все хорошо. Я сваливаю, пацаны, спасибо большое, спасибо то, что семью мою кормите, спасибо большое. Картофанчик, 47 картофан... Ну, извините, конечно, но гнилую плоть вы можете себе оставить. Переставайте сосаться, 3 мужика в одном доме живете, как не стыдно, а? Ой, все, Катеринза, я бегу домой, я бегу! Пацаны, у вас здесь все нормально? Там крипер, а ну убейте его, Петрович, Афанасий, делайте хотя бы свое дело какое-то, там крипер был. Все, Катеринза, давай спать. Ну, можешь там постоять, тебе и там, наверное, удобно. А я все же переночую. Фух! Перчик, фас! Перчик, а ну давай сам всех веномов убей. Перчик, фас! Очко, жим-жим, да? Жопа поджала. Ну, ничего страшного. До следующей серии мы все обезопасим. Я в этой серии много... Ой, какие у меня модные штанишки Гуччи. Оценила Катюха? Оценила. Кто ждет новый сезон с Катюхой? Кто ждет новую серию защиты дома? Я надеюсь, что все же вам эта серия очень сильно понравилась, потому что мне понравилось. Я люблю эту рубрику и с ее перевоплощением, и с ее перерождением, и в новой оболочке, в новой обложке. Она мне на самом деле очень даже нравится. Я ее готов записывать хоть каждый день, но все зависит только от тебя. Поставь, пожалуйста, лайкусик, подпишись обязательно на этот канал, если хочешь продолжение. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем! Знаешь что? Хорошего дня!